Четверо участников шведской команды чемпионата мира по приключенческим гонкам остановились на привал в глубине тропического леса в Эквадоре, когда к ним подошла бездомная собака. Парни угостили исхудавшее животное мясной фрикаделькой. Они даже не подозревали, к чему это приведет. Спустя несколько километров ребята поняли, что собака следует за ними. Она была очень упорной и ни на шаг не отставала от них. Парни решили назвать ее Артур. Впереди путников ждало еще несколько километров пути по непроходимым джунглям. Несколько раз участникам приходилось доставать животное из грязи. Во время пути одному из участников понадобилась медицинская помощь из-за обезвоживания. Артур остался с ним, в то время как другие ребята отправились за помощью. Когда парни дошли до реки, они решили, что им придется расстаться с преданным животным, так как им нужно было грести на каноэ. Но упорная собака зашла в воду и поплыла за ними. Тогда они взяли ее к себе. В конце концов, команда из 5 участников пересекла финишную прямую. Один из участников чемпионата, который взял Артура в каноэ, приютил его и стал ему настоящим другом. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.